Всем огромный привет! Рада, что вы зашли на мой канал сегодня. Хочу поделиться с вами своими покупками и впечатлением от того, что я получила. Заказывала я также через группу ВКонтакте совместные закупки в нашем городе. И папка, из которой я выбирала продукцию, называется Beauty Opt. Также у них есть отдельный вообще как бы интернет-магазин. Так, давайте посмотрим. Первое, то, что я заказала, это была палетка от Too Faced, персиковая реплика, ну, в общем, персиковая палетка Sweet Peach от Too Faced. Здесь идет также еще, прилагается инструкция к тому, как можно ей пользоваться, какие выполнять макияжи, и с этой стороны уже более так технично прорисована. Сама палетка, конечно, выглядит практически идентично оригинальной палетке Too Faced. Также она закрывается на магнит. Открывается, конечно, она немножко проблематично, с таким щелчком характерным. Такие вот здесь у нас идут оттенки. Оттенки очень носибельные, все универсальные, на каждый день. Тени по консистенции идут сатиновые и матовые. Шиммерных оттенков здесь нет. Матовые оттенки все пылят и очень слабо пигментированы. А сатиновые оттенки, в принципе, вполне себе такие рабочие. Они неплохо тушуются. С этой палеткой сегодня я сделала макияж. В принципе, мне понравилось. Неплохо, по-моему, получилось. Очень такие достаточно пигментированные оттенки, даже те, которые оттенки слабо пигментированные, то есть они тоже неплохо работают, так как их можно наслаивать. И хотелось мне побольше именно таких рыже-персиковых оттенков, у меня таких теней еще не было. Думаю, что я с ними подружусь и как-то сработаю с этой палеткой. Надеюсь, что она станет моей любимицей, хотя у нее очень специфический аромат, который меня отталкивает и напоминает, он, знаете, вообще старинные-старинные тени, которым уже лет 20, наверное. Очень такой неприятный аромат, может быть, они, конечно, еще и выветрятся, но буду на это надеяться. А в общем, в целом палетка мне понравилась, и, как мне кажется, макияж получился очень даже неплохой, хотя, допустим, хотелось бы больше пигментации именно в черном цвете, слабенькая, да, и вот эти вот оттенки слабо пигментированные, но вот эти вот темные, они такие достаточно, ну, неплохо пигментированные, поэтому, да, надеюсь, что сработаю. Так, ну давайте посмотрим быстро сводчи. Здесь, конечно, оттенков достаточно много. Начну, наверное, с нижнего ряда. Такие вот цвета. Такие вот, которые именно вот эти вот сатиновые оттенки, они неплохо передаются. Так. Очень мне нравится данный оттенок. Ну, вот эти вот, которые идут розовые, они такие слабо пигментированные и очень сильно пылят. И последний ряд самых светлых оттенков. То есть они вообще напоминают муку больше, наверное, То есть вот. Так, ну вот такая получилась палетка. Не знаю, постараюсь, конечно, с ней подружиться. В принципе, неплохая тут комбинация оттенков. Можно как и повседневный такой простой нейтральный макияж сделать, можно и что-то поярче, и в лиловых оттенках, и с зеленым акцентом можно сделать. Ну, посмотрим. Постараюсь сделать обязательно с этой палеткой макияж и уже посмотреть, как она будет работать в действии.